Что такое нода? Нода от латинского nodus – узел. Это любой компьютер, подключенный к блокчейн-сети. Ноды централизованной сети константируют посредством P2P-протоколов для обмена информацией о блоках и транзакциях. Нода в зависимости от ее типа хранит только часть или все данные блокчейна. Что такое полная нода? Полная нода – это любой компьютер, подключенный к сети блокчейн 24/7 и полностью синхронизированный с ней. Полные ноды хранят все данные блокчейна, начиная с генезис блока. Полные ноды бесплатно обслуживают сеть, загружают и валидируют каждый блок с транзакциями, руководствуясь исключительно алгоритмом консенсуса и являются полностью независимыми. Полные ноды отвергают противоречащие консенсусу блоки или отдельные транзакции. Как установить полную биткоин-ноду? Полную ноду в сети биткоина можно запустить локально на физическом компьютере или же на виртуальном сервере. Для запуска необходимо скачать клиент Bitcoin Core на сайте bitcoin.org и загрузить всю цепочку блоков. Для работы полной ноды необходим открытый порт TCP-8333. При использовании программного Брандмауэра нужно предоставить доступ, чтобы избежать блокировки порта. Как количество полных нод влияет на функционирование сети? Владельцы полных нод голосуют за внедрение новых изменений в сети биткоина. Увеличение количества таких узлов благоприятствует децентрализации и усложняет процесс принятия протоколов только в интересах определенных групп игроков. Что такое облегченная нода? Облегченная нода – это любой компьютер со специальным ПО, подключенный к сети блокчейн. Облегченные ноды не хранят все данные блокчейна, а только заголовки блоков для подтверждения подлинности транзакций, которые они содержат. Облегченные ноды зависят от полных нод и могут быть введены в заблуждение, подтверждая транзакции, противоречащие алгоритму консенсуса. Можно ли где-то увидеть карту полных нод? Да, увидеть, в каких географических точках планеты в настоящий момент активны полные ноды биткоина, можно на сайте BitNode. С помощью этого сервиса также можно проверить корректность переадресации портов. Что такое мастернода? Мастернода – это специально настроенная полная нода, разделяющая с майнерами вознаграждение за обслуживание сети. Наиболее известный пример применения мастернод – сеть Dash. Мастерноды обеспечивают повышенную анонимность, поскольку информация о транзакциях не находится в общем доступе в блокчейне, а записывается только на мастернодах. Для запуска мастернода необходимо сделать фиксированный депозит монетами сети. Что такое супернода? Супернода – это мастернода в сети NEM. Супернода – это функционирующая без кошелька конечная точка криптовалютного IP, публичные обозреватели блоков по классификации компании AmbiSafe. Какие блокчейны используют технологию мастернод? NEM, Dash, Syscoin, PIVX и другие. Можно ли получать доход от владения мастернодой? Да, содержание мастерноды можно расценивать как пассивный майнинг. Поскольку их владельцы разделяют прибыль от генерации и валидации блоков с майнерами. Обычно доходность мастерноды обратно пропорциональна ликвидности монеты. Таким образом, высокие показатели капитализации и активности пользователей обусловливают снижение доходности мастерноды в такой сети.
Какие сервисы предоставляют информацию о доходности мастернод? Сервис CryptoCoins.net представляет заинтересованным пользователям информацию о дневном и годовом POE, цене запуска мастерноды, депозита, который необходимо заморозить, и количестве нод в сети. Что такое харвестинг? Это способ поощрения работы нод в сети NEM, который основан на консенсусном алгоритме Proof of Importance. Этот протокол позволяет определенному количеству аккаунтов харвестить через один клиент. POE учитывает три фактора при определении коэффициента значимости аккаунта: количество монет, активность аккаунта в транзакциях, время нахождения монет на аккаунте, который в свою очередь является вероятностью нахождения следующего блока этим аккаунтом, выражается в продециле. Что такое локальный харвестинг? Запуск локального харвестинга возможен только на локальном компьютере, поскольку клиент сети NEM получает приватный ключ, что ставит под угрозу средства на аккаунте. Этот вид харвестинга является наименее популярным из-за проблем с безопасностью. Что такое делегированный харвестинг? Этот вид харвестинга предполагает создание аккаунта-посредника, чей приватный ключ будет передан клиенту сети. Аккаунт-посредник не содержит средств, что решает проблему безопасности локального харвестинга. Официальные кошельки NEM поддерживают только опцию делегированного харвестинга. Что такое лизинг в сети Waze? Это передача токена Waze в аренду майнинг-пулу за вознаграждение. Размер вознаграждения при этом зависит от условий конкретного майнинг-пула. Список лизинг-пулов предоставлен на официальном сайте платформы Waze.